Единое национальное тестирование завершится 1 июля. Такое решение принято Министерством образования и науки. Сегодня 8-й день ЕНТ. В регионе главный экзамен держали 444 выпускника. На сегодня в области тестирования прошел 91% выпускников. Самый высший показатель – 133 балла. Три школьника набрали 130 баллов. За ходом ЕНТ следит специальная мониторинговая группа. С выпускниками и родителями предварительно были проведены беседы, чтобы ребята не пытались проносить запрещенные предметы и шпаргалки. Тем не менее, сегодня зафиксировано одно нарушение. Выпускник отстранен от сдачи ЕНТ. Основная задача специальной мониторинговой группы – проследить, чтобы ЕНТ проводилось в соответствии с законом. К сожалению, в первый день в школе Мурагер 7 учеников, в 5-м корпусе университета имени Коркыт-Ата 2 школьника были лишены права сдавать тестирование из-за попытки пронести телефоны. Во второй день таких нарушений не выявлено. В третий день из аудитории во время КТ за шпаргалки были удалены 7 человек. Конечно, очень жаль, но мы считаем, что каждый выпускник должен честно начинать большую жизнь.